Всем привет, с вами Паутим. Ребят, как начинается ваше обычное утро? Например, первое приложение, в которое захожу я, это новости, потом идет ВКонтакте и далее Инстаграм. И за дня в день там выкладывают одни и те же фотографии, где различные звезды, либо мои друзья выкладывают свои селфи, какие-то пейзажи, либо еду, либо еще что-то в этом духе. И все фотки получаются однотипными изо дня в день. Никакого разнообразия, люди на это ставят лайки. Я нашел в App Store приложение, которое поможет разнообразить вашу ленту. Это приложение под названием Shapical, фоторедактор, который использует геометрию, чтобы превращать ваши фотографии в творческие работы с интересным дизайном. Вначале вы можете сделать фото прямиком в приложении, либо выбрать то, которое есть в вашей фотопленке. Допустим, это будет вот эта фотография с парковки. После этого вы можете выбрать какую-то фигуру. В приложении имеется более 300 уникальных шейпов, из которых вы можете выбрать тот, который вам интересен. Они все разделены по категориям, то есть еще выбрать, их здесь действительно огромное количество. Например, я выберу данную звезду, она довольно-таки необычно выглядит, и здесь мы можем настроить ее размер. Также имеется возможность настроить толщину вот этих всех линий, но мне кажется, это сильно толсто, пускай будет вот так, и эффект размытия, который размывает все за гранью нашей фигуры. Также вы можете настроить яркость и потом сохранить, либо отправить сразу фотографию в вашу социальную сеть. Согласитесь, выглядит намного интереснее, чем обычная фотография вот этих елок. Приложение сделано максимально просто, чтобы вы могли с комфортом редактировать ваши фотографии. Помимо всего прочего, у вас имеется возможность выбрать цвет линии, тип блюра и также выбрать цвет фона. И знаете, ребят, самые простые эксперименты с вашими фотографиями делают их максимально необычными, и ими хочется делиться с вашими друзьями. В общем, приложение действительно годное, и все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Имеется как бесплатная версия, в которой совершенно нет рекламы, так и платная версия, которая отличается от бесплатной тем, что в ней гораздо больше фигур. Как я уже говорил, ссылки будут сверху в описании. На этом все, ребят, с вами был Паутим. Если вам понравилось видео, то ставьте ваш палец вверх, подписывайтесь на канал и мои социальные сети, все ссылки в описании. Не забывайте о яблочках. Пока!